Сейчас я вам хочу показать ланкийский сладкого приготовить гасеницы канделами. Наш шеф-повар, господин Лилананда, нам будет показывать, как домашние варианты его приготовить сладкого ланкийский стиле. Первое, что надо сделать, надо взять кокосового сладкого. Конечно, есть в магазине продажи кокосового. Вы можете его взять и сделать такой маленький куски. Конечно, для этого в Шри-Ланке существует одна инструмент, который каждого дома имеет. И его должна добавить, когда уже кипит сладкого мед кокосовый. В Шри-Ланке ланкийские кухни всегда используют кокосово на сладкого и также горячего. И туда добавляемся молоко натуральное, но желательно более жирное молоко, чтобы самое главное, чтобы она не перегорели. Маленькие огни должны быть, чтобы кокосовая трушка хорошо впитывали кокосовый сладкий мед, который уже маленькие огни его должна быть готовиться. О, запах! Сейчас мы сладкий кокос поставляемся посередине блинчики и, конечно, повернемся. Нужно, чтобы она была тверда и хорошо держала. И перед тем подавать должна быть висеть кокосовый мед и как сладкого использовать, так поливать его вокруг. Сейчас Ливия при меня приготовили. Я буду попробовать, какая она вкусна. Да, райский кокос Баунти, это вообще далеко не то. Вот вкусный ланкийский блюдо. Я хочу вам еще одну вещь рассказывать. В Шри-Ланке дома кушают не вилками, ножками, а кушают руками. Всегда используют правая рука. А когда используют рука, чтобы кушать, одна из правил, чтобы не должна быть вот эта площадь или это место, чтобы была еда. И должна быть использована только 4-5 палец. И как она кушается? Просто ланкийские блюда обычно очень много разных видов. А его вилками кушать тяжело. И просто мы берем каждый, что разный, по разному доступ. И его должна перемешать очень хорошо. И для этого всегда в ланкийской кухне есть разные виды. Сухой, мокрый и более жареный. И когда кушает, и должна быть вот так висеть, и этими пальцами, и его толкать. Главное, чтобы не было выше этого. Ничего не трогано было, а и здесь тоже не было. А любой дома
Шри-Ланке кушают всегда обед. Такое блюдо, рис карри. И из маленьких детей даже обучают, как кушать правильно. Такая есть Шри-Ланка. Мы сегодня кушаем эмбуле. Красный рис, который очень полезный. И, конечно, есть кокосовая стружка приготовляется, разные виды горох с кокосовым молоком и разные виды овощей, которые... В Шри-Ланке любой гостинице очень богатый светский стол. Обычно утром завтрак и ужин всегда светский стол. И вы можете найти разные блюда. Но обязательно у него есть европейские кухни, которые как главным для больших количеств морепродуктов и разных видов мяса, и, конечно, разных видов овощей, и богатые салаты, и выбор большая. Вы можете попробовать разные виды салатов. Но у каждого гостиницы есть, как мы называем, уголок ланкийской кухни. Как обычно, многих гостиницах используют, что глиняные кастрюли, которые используют для, которые мы используем для салата. Особенно в Шри-Ланке растет очень много видов овощей и очень много видов фруктов. И жареная рыба, конечно, его стоит попробовать, потому что океанская рыба в Шри-Ланке всегда очень вкусная. У него личного ничего не нужно. Только лимон и жареная рыба, это вкус всегда стоит попробовать.